Привет всем, ребята. Видите, как я борщ варю? Я иду навстречу. Навстречу с мамой Машиного друга. Мы знакомиться будем. Маша дружит с мальчиком. Ну, в общем, мы хотели встретиться все вместе, да? Папа, мама, дети. Да как... Мальчика зовут Игорь. Он поляк, Игорь. И так как Игоря папа уехал, наш папа на работе, поэтому мы встречаемся вдвоем сначала. А потом уже организуем встречу. Все вместе. Я иду. Игоря маму зовут Даниэла. Чудесное имя. Мне оно очень нравится. Я хотела, то есть у меня будет еще внучка, пардон, такое платье неудобно, чтобы назвать ее Даниэлкой. Ну, Света сказала, нет, мама, если у тебя будет внучка, буду звать Ева. В общем, ладно. Но сегодня так погода непонятная. То тепло, то ветер, грозу обещали. Неудобное платье. Ну, зато я одела платье, видите? Я последний раз его одевала в прошлом году, когда мы ездили в Бренна. Больше не одевала, но хорошее такое, легенькое. Но только что оно так не видно, сзади спина открыта. Ну, не открыта, а так, вырез большой. Ну, немного. Я же одну руку держу вверху, поэтому слетает с плеча. Ладно, не важно. Красоту, ее же ничем не испортишь, ребят. У меня такое настроение. Мне очень хочется смеяться. С этих детей, понимаете? Ну, это была целиком полностью инициатива Игоря. Ну, Маша тоже не против. Не знаю, буду снимать или нет. Прошу. Сама не знаю, чья улыбаюсь. Знаете, это первый раз в моей жизни такое, что я, знаете, иду не на свою, как бы, да, не от себя навстречу. Ну, в общем, вы меня поняли. Не по моим делам, так скажем, да, ну как, по моим тоже, дочка-то моя, но все-таки. Мы с Машей шутила еще, пока я собиралась, пока я красила, смотрела фильм, старый фильм такой, «Чего хотят женщины». Захожу к Маше и устраиваю то, что обычно она мне устраивает, когда ей надо куда-то идти. «Маша, мне нечего одеть, Маша!» «Где фен, Маша, где расческа? Маша, я опаздываю, давай быстрее, погладь мне платье!» Ну, только обычно это мама, да, там, мама, давай. Дороги начнутся, ребят. Надо будет переходить дороги. Меня смотрят, как на инопланетянина с этим телефоном. Ладно, ребята, встретимся попозже. Пожелайте мне удачи в бою. Ой, ребят, я уже дома. Встретились мы с мамой Игоря, поговорили, познакомились. Был Игорь, Маша была дома. Ну, в общем, они не договаривали. Игорь просто говорит, я буду переводить. А переводить с какого языка? Русского-то он не знает. Ой, смешной мальчик, очень хороший мальчик, очень позитивный. Ну, в общем, полная Машина противоположность. Такой энерджайзер. Ну, ладно, об этом как-нибудь в другой раз. Что я вам хотела сказать? Ну, зараза собирается. Сейчас, может, гром будет, и вы услышите. Я хотела сказать, что завтра мы едем в Краков. Мы едем в Краков с Наташей, с Илюшей делать Маше. Они будут забирать свои загранпаспорта и ID-карту Илюшину. А мы будем подавать документы для Машеньки на ID-карту. Поэтому вас ждет новое видео. Уже я поснимаю в Кракове, а потом сниму отдельное видео о том, какие документы нужны. Ну, в общем, такое, как сказать,
для тех, кого это интересует, да, вот людей, которые тут живут ближе к Краков, чем другие города, и они хотели бы сделать своим детям ID-карту. Я вам все подробненько расскажу. Я думаю, я сделаю отдельное видео, пусть оно будет коротеньким, небольшим, но просто, чтобы не путать, да, прогулка там, что мы там в Кракове увидим, как мы что это успеем, все, как это, чтобы одно видео путешествие не путать с видео о том, как делать документы, да, как, что с собой надо брать, потому что лично, когда я искала информацию какую-то, я захожу, мне надо именно четко, что было по теме, да, там, сделать там паспорт, загранпаспорт для ребенка, да, или еще что-нибудь там другое, какая-то тема. Я ее прописываю, я хочу видеть этот влог на там на 5 минут, короткое видео о том, что мне надо, без всяких лишних каких-то там, да, разговоров. Ну, а потом, если понравится, почему люди могут и подписываться, потому что у меня на канале много таких. И о Песеле очень актуально, да, у кого нет Песеля, можете поискать. Ну, в общем, ребят, у меня расцвели розочки на балконе. У меня выжило 1, 2, 3, 4, 5 кустиков. Те, которые перезимовали. Сейчас я переключусь, я вам покажу. Покажу, что оставил Йенс и что оставила погода. Погода. Ведь видите, не знаю, какая завтра будет погода. Обещают дождик. Краков от нас 2 часа поезда. Не знаю, сколько километров. Показываю вам вокруг. Тучки какие на небе. Так, а теперь мы с этого, вот смотрите. Такие розочки расцвели. Кто смотрит меня давно, видели, как я их в прошлом году сажала, что у меня тут и не было. Хризантемы были, потом я их убрала, потому что мне подписчик написал, что хризантемы у них садят исключительно на кладбище. И их убрала. Ребят, вот честно, выкопала и убрала. Посадила вот такие вот розочки красивые. У меня тут было полно роз. Вот еще одна, видите, будет цвести. А теперь там я ничего не садила. Я ждала, что Андрюша посадит базилик, а он посадил его отдельно. Я ему показывала, на кухне там стоит. Но тут же ходят некоторые коты, тут ходят, понимаете? У них тут место дислокации. Тут ничего криминального нет, это все земелька, ребят, не думайте. Горшок он сюда не ходит, он у нас нормальный кот. В цветочные горшки в туалет не ходит. Ну, тут прохаживается, прогуливается, бывает. Туда попозже посмотрю, что посадить. Не знаю, хочу сменить жилье, поэтому Андрей, он купил земли. Посмотрите, какой мешок, 50 килограммов стоит. Поэтому ничего не сажаю. Долго думала, спрашивала себя, почему забросила клумбу, почему ничего не посадила. А потом поняла, потому что хочу переехать. Хочу сменить жилье. Видите, как не ваш. Оно не то, что серое, оно прям желтенькое такое. Грозовое. Где-то вдалеке идет дождик. Видно. Или гроза туда пошла, а оттуда шла. Я только не пойму. Видите, вон, как полнеба чисто, а там идет дождяра. Там солнышко, а вот там вот пасмурность такая. Непроглядность. Вот там идет дождь. Ну так, ребятки. Я открыла окошечко. У нас получается, смотрите, вот это... Ага, вы посмотрите. Вот сзади меня дверь. Это Машина комната, да, выход. Это у нее кресло тут стоит. Нет, диванчик, подушечка в Икее покупала. А вот тут за моей спиной окно в нашу комнату. Получается, к ней дверь, а к нам окно. Балкон у нас очень глубокий. Если тут даже если и сильный дождь, бельем ничего не будет. Главное, чтобы не улетело. Ну, в общем, ребят, вот я вам все сказала. Сейчас буду выкладывать это небольшое видео. Будьте в курсе. Нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение о следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Рада вас видеть на своем канале, ребят. Пока-пока. До следующего видео. До новых встреч. Будьте здоровы. Все будет хорошо.